Футболист женился на судье и предложение руки и сердца сделал прямо на футбольном поле. Словацкий игрок попросил возлюбленную выйти за него перед началом матча. Спортсмен из клуба «Ниже» Любомир Важечко встал на колено перед своей девушкой Петрой Лепочковой. И в ответ услышал, конечно, да. Радость влюбленных разделили футболисты, судьи и зрители. Их на трибунах было 400 человек. Девушка не просто поддержала любимого во время игры. Она работает боковым судьей. Кстати, клуб «Нижний» выиграл матч со счетом 3-1. Вот что значит «любовь окрыляет».